Ржавые и неисправные поручни, порванные сиденья и грязь в салонах. Участились жалобы сургутян на состояние общественного транспорта. Обращения в соцсетях, в том числе и на страничке главы города, стали поводом для внепланового рейда, который сегодня провели сотрудники администрации совместно с ГИБДД. Для проверки выбрали одну из самых оживленных конечных остановок у железнодорожного вокзала. Здесь своего выхода на линию ожидают десятки автобусов и маршрутных такси. Помимо санитарного и эстетического состояния транспорта, смотрели на предмет соответствия техническим требованиям. Это исправность сигнальных огней и тормозов, наличие протектора, подходящего для зимних условий. Серьезных нарушений проверяющие не нашли и объяснили это тем, что перевозчики уже успели отреагировать на жалобы, самостоятельно приняли меры. По всем жалобам мы отрабатываем, передаем информацию и перевозчикам, и выезжаем на линию. Еженедельно у нас плановая проверка и также по жалобам. У автобусов, которые работают по регулируемым тарифам, у них есть, да, штрафные санкции. А по нерегулируемым мы только замечания ставим. И, соответственно, если будет много замечаний у этого перевозчика, то мы можем обращаться в суд о прекращении свидетельства на перевозке. Ежедневно в Сургуте на линию выходит до 280 единиц общественного транспорта, который обслуживает около 50 городских маршрутов. Все автобусы и маршрутки в обязательном порядке проходят технический осмотр дважды в год.